Каждый год в летний период библиотекари активно сотрудничают с пришкольными оздоровительными лагерями. Для ребят организуются интересные мероприятия с познавательными беседами, викторинами и играми. Плюс таких мероприятий мы, конечно, получаем новый приток читателей, это обязательно. Плюс дети всегда узнают обязательно что-то новое. Это самые-самые разные мероприятия. Они все включают, почти все включают игровые элементы для того, чтобы детям было интересно, для того, чтобы дети что-то обязательно запомнили новое, рассказали дома и вместе с родителями пришли в библиотеку. Каждому мероприятию оформляются тематические выставки. В этом году сотрудники библиотеки делают уклон на экологию, краеведение, патриотизм и, конечно же, на новую поступившую литературу и знакомство с новыми авторами. Мы ходим достаточно часто в библиотеку, берем книги и участвуем в викторинах. Я предпочитаю книги о жизни людей. Например, книгу Вити Малеи «В школе дома», о школе, о жизни. За первый летний месяц библиотеку уже посетили более 300 юных десногорцев.